Хакеры взломали сайт Министерства юстиции США, обвинив власти в смерти программиста Арона Шварца. В сети появился ролик, выложенный от имени группы Anonymous, где киберпираты заявляют, что атака на сайт была местью. 26-летний Шварц покончил с собой 2 недели назад. Его семья также заявила, что молодого человека довело до самоубийства судебное преследование. Его обвиняли в хищениях нескольких миллионов выпусков научных журналов из компьютерного архива Массачусетского технологического университета и размещении их в свободном доступе. Дело на Шварца завели в 2011 году, а суд над ним должен был начаться в феврале. ФБР сейчас проводит расследование кибератаки. Сайт, на который был